Ожидаемые гастроли труппы театра «Классический балет Касаткина» и Василева в Чебоксарах уже назвали самым ярким событием осени. Сегодня в столицу республики приехали ведущие солисты театра и сама Наталья Касаткина, народная артистка России, балерина и бессменный руководитель коллектива. В Театре оперы и балета состоялась пресс-конференция. Вопросы артистам задали не только ведущие СМИ республики, но и юные любители балета. Вернуть театр российским зрителям. Такую задачу поставил перед собой коллектив классического балета Касаткина и Василева. Труппу знают и любят за рубежом. Билеты на спектакли моментально расходятся в Москве и Санкт-Петербурге. Но вот по городам страны артисты гастролируют редко. В честь 85-летнего юбилея Натальи Касаткиной, которая уже больше 40 лет руководит коллективом, театр организовал гастроли. Чебоксары открывают тур по Поволжью. Творческих побед, вдохновения. Мы очень надеемся, что на нашей сцене ваши постановки будут еще чуточку ярче, чем обычно. Я знаю, что это очень серьезный театр. И мы серьезно готовились к этим гастролям. Мы решили представить вам разные спектакли. И классику, но классика все равно это в нашей с Василевым интерпретации. Это и «Щелкунчик», и «Капели», но в то же, и «Дон Кихот» тоже. Но в то же время нам очень дорого то, что вы пригласили нас с сотворением мира. Художественный руководитель чувашского балета Данил Салимбаев отметил, театр Владимира Василева и Натальи Касаткиной – яркий пример самобытной труппы, где есть авторский репертуар, особенный коллектив. Их спектакли – это оригинальная режиссура, костюмы и декорации, которые не могут никого оставить равнодушным. На спектакле Василева-Касаткиной, как это говорили раньше, еще в моей юности и в детстве, ориентировалась практически вся российская балетмейстерская элита, так скажем, и студенты, которые обучались в это время, и очень бурно и дружно обсуждали все премьеры и все спектакли. Сейчас спектакли театра «Классический балет» тоже интересны тем, кто еще только осваивает азы высокого искусства. Свои вопросы на пресс-конференции Наталье Дмитриевне задали и ученицы Чебоксарской академии искусств. Что вас подтолкнуло к балету? Я не скрываю, мне без 15-100. Представляешь себе, когда это вообще все произошло? Это произошло во время войны. Мы были в эвакуации. И там у кого-то, мы жили где-то на чердаке, на Урале, и у кого-то я увидела журнал, в котором была изображена балерина. Скорее всего, это была Сильфида. Все. Московские гости обещают, зрители, которые придут на спектакли театра «Классический балет» Василевой и Касаткиной, тоже смогут на время забыть обо всем, кроме прекрасного искусства танца. Ирина Ромадова, Михаил Солин, Вести, Чебоксары.